Всем привет! Это гороскопы. Я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Ваши нынешние интеллектуальные импровизации окажутся выше любых похвал. Телец. Этот день вы посвятите радужным мечтам о скорейшем решении одной волнующей вас проблемы. Близнецы. В этот день для представителей вашего знака существует опасность попасться на крючок опытного соблазнителя или соблазнительницы. Рак. Сохраняйте спокойствие в любых ситуациях, пусть все идет своим чередом. Лев. Суперудачный день, много сил и здоровья. Дева. Вряд ли вам в этот день удастся подняться по опасному и скользкому склону внешних обстоятельств. Весы. Прекрасный день для оздоровления вашего организма или любых косметических процедур. Скорпион. Деловые поездки пройдут как по маслу, и неоценимую помощь окажут единомышленники. Стрелец. Душевное напряжение и скомканность из-за какой-то ссоры с близким человеком к концу вечера пропадет. Козерог. Вы наконец-то найдете лекарство от долгих переживаний. Водолей. Хороший день для самоанализа и любых внутренних диалогов. Рыбы. В важных делах в этот день могут пригодиться запасные варианты. Это был гороскоп, и я Главицкая. До встречи!